Здорово, народ! Сегодня делаем обзор на жидкость подонки от компании Train Lab. Погнали! И, кстати, если не знаешь, где закупить для своего магазина вот такие вот жидкости, заходи в описание, там будет ссылка на мой телеграм-канал, в котором ты сможешь получить прайс со всеми ценами на это и на многое другое. Итак, для начала дизайн. Что у нас по дизайну? Посмотрите просто, насколько презентабельная, кайфовая, стильная коробочка. Вот так она выглядит. Сам флакон выполнен в таком же стиле. Тоже достаточно модно, классно. Блин, мне кажется, это очень интересная жижка. У нас сегодня арбузное мороженое, как я уже сказал. Пробовать будем на вот таком вот червончике. Ну что, поехали. Не слишком перенасыщенный вкус. Я бы сказал, даже не очень насыщенный. Испарик у меня новый. Жижку только залил. Все пропиталось. Вставляет хорошо. Никотоз чувствуется. 60 мг есть. Прям очень хорошо. Я бы сказал, это такая альтернатива, более улучшенная версия хотспота. То есть мы все привыкли к хотспоту, который вставляет, токает. Это вкусненько. И есть ТХ-шечка. Здесь ТХ практически не чувствуется, по крайней мере, на Чироне. Если у вас будет какой-то аппарат помощнее, я не знаю, там, Дракес, либо Пасит 2, либо Кнайт 80, наверное, будет присутствовать дополнительный ТХ. И вы знаете, мне кажется, она отлично подойдет для контингента 25+, для людей, которые только перешли с сигарет на вейпинг, и еще не особо привыкли, в принципе, к нему, и не очень хотят, чтобы была вот эта вот сладость навязчивая, и как-то отличалось все это дело от обычных, привычных им сигарет. Вот эта жидкость как раз-таки будет отличным вариантом для тех, кто только что перешел с сигарет на вейпинг. Когда вдыхаешь, чувствуется хороший такой арбуз, опять же, не слишком сладкий, легенький, ненавязчивый, но чувствуется хорошо. На выдохе, так как это мороженое, уже чувствуются более такие молочные какие-то нотки. Но, опять же, это не то молоко, которое остается прямо на губах такое насыщенным своим ярким вкусом. Опять же, легко, свеженько и приятно. Также у этой жидкости есть еще две линеечки под названием «Малайзия» и «Анархия», прайс на которые вы можете также получить в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании, как я уже сказал. Линейка у подонков состоит из 25 вкусов, поэтому выбор очень большой. Здесь присутствуют у нас и фрукты, ягоды, напитки, и десертные есть варианты. То есть подойдет для каждого на любой вкус. Подытожим. Отличный вкус. Я поставлю 5 из 5. Мне очень нравится. Хорошо торкает. Реально есть 60 мг. Это, я думаю, сейчас один из самых важных критериев в выборе жидкости для подов. Все хотят покрепче, все хотят, чтобы торкало. И эта жижка реально торкает. 100% всем советую. А тебе, если понравилось видео, обязательно поставь лайк, подпишись. Скоро будет много новых видосов и много новых жижек.